Здравствуйте, меня зовут Мария Судженко. Мы приехали из Беларуси на международные старты по юниорским въездам. Сегодняшнее выступление сложилось довольно удачно. Есть над чем работать, есть к чему стремиться, поэтому каждый день будем совершенствовать себя и своего партнера. Мы приехали все вместе. У нас очень молодая команда, но девочки очень перспективные. И я хочу, чтобы у них, естественно, все сложилось как можно лучше. Я считаю, что это для них один из важных стартов. Большая поддержка будет для них. И, они также сильно поддерживают меня.